Всем привет, мои друзья! С вами я, Светлана Та. И сейчас хотела бы с вами поделиться информацией. Она будет полезна для людей, проживающих в Турции в основном. Ну так вот, мне понадобилась одна справка для моего бизнеса. Мне нужна была справка, где пришел бы чек на воду, на газ или на свет, и была бы там моя фамилия. Но, как вы понимаете, это все нелегко так сделать. У меня все приходит на фамилию моего мужа. И вот что мы сделали. Какие документы нужно было собрать, чтобы именно была моя фамилия в этом чеке на воду. Ну, за воду мы платим где-то 18-19 лир, не больше. И вот он решил сделать мне. Мне нужен был такой именно документ. Так вот, мы пошли, значит, он взял ТАПУ свою на квартиру. Мы вчера он оформил такую страховку, секорта, диперем секорта, страховка от землетрясения. Она стоит 60 лир. Мы, значит, сегодня пошли, сделали, значит, ксерокопии моей отурной изны, то есть моей временной прописки, такое у меня есть, кимлик, удостоверение такое, карточка. И его до паспорта сделали, значит, ксерокопии. Пошли, значит, мы... Он заплатил вот это 60 лир, затем взял этот чек, пошли, где вот мы в нашем районе платим за воду. Значит, туда предоставили ксерокопию ТАПУ, ксерокопию моих документов, моего удостоверения и мужа удостоверения. Чек на 60 лир, и также нам открыли там 40 лир, он заплатил абонент. Когда открывается на новое имя, то платят 40 лир. И еще он заплатил, вот еще не пришел с показания за воду, но он вперед заплатил 20 лир. В общем, все это обошлось где-то 120 лир. Но для меня, вот я здесь 2 года живу, это было все сложно, так оказывается, ничего сложного нету, только было бы желание, и все можно переделать, документы все на мое имя. Так вот, мои хорошие, если кому-то было это полезно, информация, пожалуйста, пользуйтесь ей, не бойтесь ничего, можно все поменять, делайте так, как я сказала. И с вами была Светлана Та. Пока-пока, мои хорошие, до скорых встреч!